Кошечка говорит мяу. Мой Не понял. папа говорит. Я хочу пиццу. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения. Анна Константиновна, да? Да, Анна Константиновна. Да, я прошу прощения за беспокойство. Это дедушка Ильи Ишакова. Ильи? Да, да, Ишакова. Ага, все, я поняла. Да, да, да. Да я так, у меня просто Ишак. Значит, это самое, вы мне скажите, как у него вообще дела, как человек у себя, как там ведет, нормально все у него, успевает там, по заданиям, сказать, да? Ну, по успеваемости, как сказать, ну, тройки, тройки, ну, я понял. Тройки, То есть, двойки бывают. Ну, то есть шалопай, да, надо про, ну, провести с ним профилактику, так сказать, да. Да, также не слушает маму, абсолютно не прислушивается ко мне, как классному руководителю. Поэтому тут не только в успеваемости дело, дело и в поведении. Я понимаю прекрасно. Сейчас они молодежь, извините меня, не пойми чем увлекаются, да. И вот на фоне всего вот этого безобразия, вот этого интернетного, в интернете, аниме-культура, Моргенштерны, а люди уже молодые, с ума посходили. Шалопаями растут не люди, а роботы, дурачки. Я вас понял, Анна Константиновна. Ну, а вообще в целом, я вот уже смотрю, что ты, пацан-то подрастает, да. Как он вообще себя ведет по отношению к противоположному полу? Внимание питает к ним или нет? Ну, я, естественно, не замечала я на такие вещи, но вроде как с девочками общается, все хорошо. Ну, это хорошо, потому что я переживаю, у нас по линии отцовская, значит, ну, редкость, когда такие появляются, значит, уникумы, я бы сказал. В основном все смотрят на мальчиков, раз, раз. Это прекрасно, да. Ну, как говорится, знаете, у нас жизнь, она одна, и нужно правильно думать, вот. Ну, он еще пока молодой, чтобы думать. А если что-то надумает, лучше вообще об этом вслух не говорить, потому что стыдно становится всем. Я прекрасно вас понимаю, значит, Анна Константиновна. Вы мне скажите, пожалуйста, он с кем сейчас сидит рядом? А, да и вообще, ну, сейчас пока один. Один, да. Потому что у нас девочки, ну, у нас просто очень мало девочек в классе, в принципе. Ну, понятно, я понял. Девочки сейчас у нас... Конечно, тоже разное бывает, интересно. Вот я был 3 раза женат, да, и, значит, все 3 раза неудачно, потому что то одно, то другое. Ну, а можно его, значит, вы меня простите, Анна Константиновна, личная просьба, посадить его с девочкой, можно как-то или нет? Да, хорошо, конечно. Я подумаю, кого именно посадить. Да, да. Он любит пухленьких, посадите какой-нибудь там рядом. Такую поплотнее девочку, красивую, вот. А то он ходит, жалуется, что его не хотят сажать с девочками. А я хотел бы, чтобы он все-таки на девочек обращал внимание. Да? Хорошо, я вас услышала. Попробую сделать все, что в моих силах, посадить девочку. Вот, если это самое, я очень благодарен вам. Вы меня простите, да, если... Какая-то, значит, нужна работа, да, в планах профилактических, вот, чтобы он уже занялся собой в плане учебы. Я обязательно возьму это во внимание. Я проведу себе профилактику. Значит, на следующее занятие вы его спросите по-любому. Значит, если будет какие-то задания, все выполним. Значит, когда у вас следующее занятие там намечается? Завтра. Вот, пожалуйста, вот завтра вы лично к нему подойдите, только вы ему не рассказывайте, что дедушка попросил или звонил, вот, это наша тайна. Вызовите его к доске, он сам стесняется выходить, он стесняется. Вы подойдите его, вызовите, он будет, все у него будет готово. Я беру на себя такую ответственность, он все завтра приготовит, и все будет зубры. Можете даже за тот семестр все спросить, он будет все рассказывать. Вот. Хорошо. Хорошо. Все. Если завтра он не отвечает, я вам звоню и сообщаю об этом.
Да, вот, вы скажите, что он, может, застесняется, он у меня стеснительный мальчик, анимешник. А вы скажите, все, в доске, значит, он все завтра расскажет и за прошлый семестр, вот. И девочку, пожалуйста, посадите, буду очень благодарен вам. Хорошо, я вас услышала. Все, Завтра же уже этим да. займусь. Спасибо вам большое, наконец-то, хорошего вам дня, был рад знакомству. До свидания, спасибо. Я взаимно. До свидания. До свидания. Да.